Одним из самых распространенных заблуждений, связанных с историей убийства последнего русского царя и его семьи, является представление о том, что единственными палачами царской семьи были российские коммунисты. Такой вывод можно сделать и по прочтении советского учебника истории для средней школы, а равно и по прочтении многих и многих книг, принадлежащих к наследию русской эмиграции. Расхождение между двумя, казалось бы, взаимоисключающими школами начинается разве что в вопросе определения главного ответственного лица. Коммунисты ленинско-сталинской формации активно сваливают вину за злодеяния на несколько неподвластной революционной Москве Уралсовет. Наиболее ортодоксальные антикоммунисты, в том числе и наши современники, напрямую обвиняют коммунистическую верхушку, то есть Ульянова Ленина и Бронштейна Троцкого. Более трезвые говорят об особой роли человека по имени Янкель Свердлов. Но неизменно в стороне, или можно сказать в тени, остается тот, кто более других сделал для того, чтобы этого убийства не удалось избежать. Конечно, непосредственными палачами были коммунисты. Но здесь интересно обратить внимание на то, что даже они, при всей их патологической моральности и кровожадности, а коммунисты повинны в крови русского народа куда больше, нежели Робеспьер с его гильотиной в крови французов или Гитлер с его лагерями смерти в крови евреев и славян, так вот даже эти отъявленные люди хорошо сознавали особую гнусность екатеринбургского злодейства. Ни Троцкий, ни Ленин, ни Сталин, сколько бы ни тягались за пальму первенства в деле подготовки и осуществления Октябрьского переворота, сколь бы ни выпячивали свою роль в деле организации Красной Армии и в разгроме русского сопротивления, никто из них никогда не претендовал на сомнительную славу человека, по воле которого был убит русский царь. И, разумеется, особую роль во всем этом играл Свердлов. Яков Михайлович несет уголовную ответственность не только за общую резолюцию о красном терроре. Его неутомимому перу принадлежат и такие славные частности, как декрет о расказачивании, в ходе выполнения которого только в области Всевеликого войска Донского из 4,5 миллионов населения края было физически уничтожено не менее 1,5 миллионов человек. На сегодняшний день доступные материалы, как архивные документы, так и мемуары современников, безоговорочно указывают на Якова Михайловича как на основного организатора екатеринбургской трагедии. Это все безусловная правда. С одним только но. Подобно тому, как Ленин и Троцкий, по сути дела, не участвовали в подготовке Октябрьского переворота, предоставив расчистку пути совсем другому историческому персонажу, так и Свердлов лишь довершил тот процесс, который был до него запущен совсем другим человеком. И в том, и в другом случае это одно и то же лицо. Это Александр Федорович Керенский. Не стараниями Ленина и Троцкого, но по распоряжению Александра Федоровича Керенского, в целях отражения им же, Керенским, инициированного похода на Петроград казаков генерала Крымова, перед, по сути, безоружными боевиками большевистской Красной Гвардии были открыты двери петроградских арсеналов. Без этого акта Октябрьская революция и Гражданская война не имели шанса состояться. И именно он, Александр Федорович, весной и летом 17 года сделал все возможное для того, чтобы плененная царская семья была помещена в такое место, где у нее не было ни единого шанса на спасение. Заметим, что во время осуществления военного заговора, или как его еще называют, заговора генерал-адъютантов, который и обеспечил злосчастную для России победу февралистов, император Николай Александрович не был арестован. Переходя в юридическую плоскость, можно сказать, что государь и его семья были задержаны. Арест предусматривает некую юридическую санкцию на дальнейшее содержание под стражей. Но для этого должно быть выдвинуто обвинение. Однако до самой ее трагической гибели никакого обвинения семье свергнутого царя предъявлено не было. И при Временном правительстве, и при большевиках царственные мученики содержались под стражей без суда и следствия. Это характерное пересечение реальной истории и устойчивых представлений. Информационного фантома, черной легенды, созданной вокруг имени императора. Фанатично влюбленная в революцию интеллигенция с упоением пришпиливает к нему ярлык «Николай Кровавый». На него вешают ответственность за погромленных молдаванами кишиневских евреев, за расстрелянных бароном Гинзбургом русских рабочих на ленских приисках. Но когда приходит пора предъявить формальное обвинение,
Ни в одной революционной партии, включая партию большевиков, не находится ни одного человека, готового не то что покуситься на жизнь павшего монарха, но даже попросту готового обратиться к новой власти с требованием суда над бывшим властителем. Но один такой Краснобай все-таки нашелся. Как вы уже, наверное, догадались, это был депутат 4-й Государственной Думы, присяжный поверенный Александр Федорович Керенский. В самом финале думской деятельности, в канун ее закрытия, 27 февраля, Александр Федорович заявляет следующее. «Министры, это не что иное, как мимолетные призраки». Для того, чтобы предотвратить катастрофу, необходимо устранить самого царя, не останавливаясь, если не будет другого выхода, перед террористическими насильственными методами. Александр Керенский. Это был первый информационный сброс Керенского. Этот посыл не получил ровным счетом никакой поддержки. Но Александр Федорович готов на любые политические зигзаги. Уже 7 марта, когда отрекшийся государь еще пребывает в Могилеве, выступая перед Московским советом как член Совета Петроградского и как свежеиспеченный министр юстиции Временного правительства, Керенский, отвечая на вопрос о судьбе царя и его семьи, заявляет следующее. «Я, как генерал-прокурор, держу судьбу его и всей династии в своих руках. Но наша удивительная революция была начата бескровно, и я не хочу быть маратом русской революции. В особом поезде я отвезу Николая II в определенную гавань и отправлю его в Англию. Дайте мне на это власть и полномочия. Александр Керенский». Заметьте, Керенский говорит о династии, но ведь монархия в России не отменена. От престола за себя и своего сына отрекся император Николай Александрович. Брат Михаил, в пользу которого подписано отречение, своего решения не принимать власть еще не высказал. Но и он, отказываясь принять власть, никакого акта об изменении строя не подписывает. Еще даже не прозвучали слова про учредительное собрание, которое будет решать вопрос государственного устройства на будущие времена. Тем не менее, уже на следующий день, 8 марта, в Могилевской ставке с разрешения генерала Алексеева, бывшего крестьянина, думские депутаты Бубликов, Вершинин, Грибунин и Калинин арестовывают императора в его собственном поезде. Почти в тот же час будущий герой гражданской войны, сын простого казака генерал Лавр Корнилов, в фиолетовой гостиной царско-сельского Александровского дворца арестовывает императрицу Александру Федоровну, больного цесаревича и великих княжон. Именно эти два иуды в русских генеральских погонах, Алексеев и Корнилов, чуть позднее начнут вооруженную борьбу с тиранией коммунистов. Борьба эта войдет в историю России под именем Белого движения. Но был ли у Белого движения хотя бы шанс на победу, когда у его основания стояли такие нераскаянные вожди, как Лавр Корнилов и Михаил Алексеев? Впрочем, Бог поругаем не бывает. Предавший своего царя в руки думских политиканов и тем обрекший его на унижение плена и мученическую смерть, бывший генерал-адъютант, бывший генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев не получит даже шанса смыть кровью позор измены. В самом начале белой борьбы он, подобно простому обывателю, 25 сентября 1918 года скончается в Ростове-на-Дону от гриппа испанки. Предавший в узилище и на убиение в руки врагов безвинных детей и беззащитную государыню, бывший генерал-лейтенант русской армии Лавр Георгиевич Корнилов за свой иудин грех получит из рук Керенского эполеты генерала от инфантерии. В конце первого ледового похода без всякой славы будет убит шальным одиночным снарядом на окраине так и не взятого им Екатеринодара. Император Николай Александрович и его семья были арестованы без предъявления им каких бы то ни было обвинений. Александр Федорович Керенский, будучи истинным юристом во всех смыслах этого слова, изобрел формулировку, которая не может не вызвать умиления. Царская семья была арестована во имя обеспечения ее же собственной безопасности. В реальности же Александр Федорович ликвидировал единственную реальную возможность спасения.
а возможность спасения действительно была. И условия, необходимые для этого, целиком зависели от кучки самозванцев, именовавшихся Временным правительством. Заключалась эта возможность в немедленной высылке царственных пленников за пределы России. В первые дни февральского переворота английский король Георг V предложил государю и его семье убежище. Российское временное правительство было своевременно и в надлежащей форме поставлено в известность. Британский флот выделил для обеспечения эвакуации тяжелый крейсер, который должен был принять изгнанников на борт в порту Романов на Мурмане, современный Мурманск. Среди русских монархистов бытовало и бытует убеждение, что подлые европейские монархи хладнокровно бросили русского царя на растерзание революционерам. Это и правда, и неправда одновременно. Король Британии Георг, кстати, внешне изумительно похожий на русского царя, не был бессердечным животным. Как христианский монарх, как христианин и как человек, он протянул павшему царю руку помощи. Но спустя 2 недели английское предложение было отозвано. В дело вступила артиллерия, куда более тяжелая, нежели та, что грохотала в те дни на полях Франции. Шел 3-й год Великой войны, и британские финансы были обескровлены не меньше, чем британская армия. Британская экономика была по уши в долгах, и долговые путы эти назывались американскими военными займами. Тут следует напомнить, что с 1913 года в финансовом отношении Соединенные Штаты Америки не являются суверенным государством, но представляют собой частное финансовое предприятие с невнятно прописанной степенью корпоративной открытости. Для отвода глаз 12 частных банков, каковые и печатают американские бумажные деньги, прикрыты ярлыком Федеральной резервной системы. Ни американское министерство финансов и ни государственное казначейство, ни Сенат и ни Конгресс Соединенных Штатов, но 12 частных банков, принадлежащих Ротшильдам, Морганам и компании, определяли судьбу британских военных кредитов. А у руля этой системы стоял ее финансовый и политический идеолог Якоб Шиф. Шиф Якоб Генри. Американский финансист и филантроп. Родился во Франкфурте, в Германии. Происходил из выдающегося раввинского рода. Основатель этого рода – Шиф Мейер бен Якоб Хакоэн, крупный талмудист и раввинский автор. Отец Якоба, Моисей Шиф, был компаньоном в банке Ротшильда. В 18 лет эмигрировал в США и в 1875 году женился на дочери Соломона Лейба, главы банковской фирмы «Кун, Лейб и компания». Вошел в фирму тестя и некоторое время спустя избран главой этого банковского дома. При его правлении Кун, Лейб и компания становится одним из 2 самых влиятельных банковских домов Америки. По материалам американской еврейской энциклопедии «Юдаика». Лично Якоб Шиф не только обладал огромным личным состоянием. Он был не только одним из директоров и совладельцев банковского дома «Лейб, Кун и компания». Но обрисовать его реальное положение в финансовом мире тогдашней Америки можно так. Если семейства Ротшильдов и Морганов были совладельцами этого гигантского финансового корабля, то Якоб Шиф был его капитаном. Именно на его деньги агенты японского полковника Акаси финансировали русские революционные партии. Именно он оплатил великую кампанию террора, которая потрясла Россию в 1905-1907 годах. Та же энциклопедия «Юдаика» указывает, что Якоб Генри Шиф финансировал на территории Российской империи незаконные вооруженные формирования, так называемые «еврейские отряды самообороны», формировавшиеся из нерелигиозной молодежи, ответственные за целый ряд террористических действий, в том числе за устроение кровавого гомельского погрома, по масштабам превзошедший кишиневский погром, произведенного боевиками самообороны с широким применением огнестрельного оружия. Взаимоотношения русского общества и российского еврейства, безусловно, не было гладким. Главным камнем преткновения являлась так называемая черта оседлости. Но надо отдавать отчет в том, что так называемая черта еврейской оседлости была направлена отнюдь не на притеснение и угнетение российских иудеев,
но на защиту русского населения и других народов империи от неравной конкуренции. Из статистических таблиц, составленных по материалам всероссийской переписи, следует, что из 100% купеческого сословия России 40% его, не считая выкрестов, составляли этнические евреи, исповедовавшие иудаизм во всех формах. 40% сословия составляло купечество великорусское, и остальные 10% приходились на долю всех остальных народов и народностей империи. При этом численность еврейского населения достигала 5 миллионов человек, что составляло около 3% от общего числа имперско-подданных. Следует заметить, что император Николай Александрович видел и понимал сложность и неоднозначность русско-еврейских взаимоотношений. После основания Всемирного сионистского движения он вступил в контакт с лидером религиозной ветви сионизма Теодором Герцлем. Русско-еврейский диалог, ведомый по религиозной линии, состоялся и был довольно успешен. Тогда как любые попытки добиться взаимопонимания с линией политической, каковую фактически возглавил Якоб Шиф, разбивалось о полный отказ от взаимного компромисса со стороны американского банкира. В разрушении русской государственности по вполне понятным эгоистическим соображениям были заинтересованы правительства буквально всех, хоть сколько-нибудь значимых мировых держав. Но деньги, которые они тратили на эти цели, как правило, исходили из одного источника. Ведь и знаменитые германские миллионы, которые были выделены правительством кайзера Вильгельма на нужды Ленина и его кровавой партии, по сути не были немецкими. Банкирский дом Варбургов, обеспечивавший финансирование этой довольно подлой спецоперации, был только нижним звеном финансовой цепочки, начало которой обнаруживается в подвалах Уолл-стрит. Начнем с того, что дом Варбургов попросту входил в транснациональную финансовую империю Ротшильдов. Германский транш на русскую революцию Якоб Шиф обеспечил в те дни, когда вступление Америки в войну на стороне Антанты уже было предрешено. Якобы Шифа не интересовали судьбы десятков тысяч соотечественников-американцев, которым предстояло сложить головы под Аросом в Аргонском лесу. По большому счету, его не интересовала победа над Германией. Его целью было уничтожение России как государства. Сегодня, 100 лет спустя, по целям, результатам, профинансированной Шифом российской революции, революции, которую возглавили его непосредственные ставленники Троцкий, Свердлов и Ульянов, можно с достаточной степенью уверенности сказать, что Шифа не интересовали не только военные страдания его бывших соотечественников немцев, не только судьбы вдов и сирот, каковых оставят полегшие на полях Шампании и Фландрии его новые соотечественники, американцы, но в первую очередь его не заботили реальные судьбы единоверных и единокровных соплеменников евреев, которых он без малейшего намека на жалость обречет на пожар гражданской войны. В результате профинансированных Шифом революции и гражданской войны российские евреи пострадали не в меньшей степени, нежели остальные народы и народности России. Если 50% российского купечества составляли евреи, то они поголовно разделили судьбу остальной половины торгово-промышленного сословия. Они были лишены не только акций, капиталов, недвижимости, земельных угодий, заводов и фабрик, но и личных сбережений в форме валюты, золота и драгоценностей. Если рушились на зим величественные соборы и стройные колокольни, если разрушались и закрывались мечети, то с таким же рвением разного рода луначарские и губельманы ярославские закрывали еврейские молитвенные дома и синагоги. Еще в 1904 году, в канун Первой революции, русская разведка предоставила государю стенограмму, состоявшейся в США встречи 5 миллиардеров еврейского происхождения, на которой было принято решение потратить 1 миллиард тогдашних серебряных долларов, а доллар той эпохи стоил 2 российских рубля, на финансирование революции. При этом открытым текстом говорилось о намерении пожертвовать 5 миллионами российских евреев. Деньги дали господа Мортимер, Шустер, Рун, Леви и Якоб Шиф. Печальные для религиозного российского еврейства итоги революции и гражданской войны
по сути дела, подтвердили правильность разведдонесения. Якоб Шиф, а равные те, кто стояли за его спиной, ибо, конечно, он был только вершиной громадного конспирологического айсберга, с невероятной легкостью пожертвовали теми, кого на словах называли единоверцами и соплеменниками. С точки зрения человеческой психологии, это означает, что Якоб Шиф идентифицировал себя с другим религиозным сообществом. Анализ геральдических символов, использованных теми, кого можно назвать отцами-основателями советского государства, однозначно относит их к масонско-каббалистической традиции. Добавив этот факт к откровенно бездушному отношению к судьбам единокровных соплеменников, эта символика позволяет сделать косвенный вывод о реальной религиозной принадлежности главного финансиста русской трагедии. Это говорит о том, что Якоб Генри Шиф по сути своей не был ни немцем, ни американцем, ни евреем. Он принадлежал к наднациональной каббалистической секте. Каббала имеет еврейское происхождение, но не в большей степени, нежели еврейские корни есть в христианстве. Украшенные псевдоеврейской каббалистической символикой большевики были передовым отрядом этой могущественной силы. Английский король Георг V был готов предоставить убежище своему родственнику, императору Николаю и его семье. Но эта инициатива королевского дома была заблокирована парламентом и в первую очередь его главой, премьер-министром Ллойд Джорджем. Но Ллойд Джордж не был самостоятельной фигурой. Его поведение корректировали прочные финансовые путы американских военных займов. И уж тем более не был самостоятельным игроком ничтожный петербургский адвокат Александр Федорович Керенский. Но именно он, вопреки воле более умеренных членов кабинета Временного правительства, настоял на аресте царской семьи. Именно его, Александра Федоровича Керенского, сознательные действия отняли у русского царя и его семьи единственный реальный шанс на спасение. По мнению многих современных исследователей, Александр Федорович Керенский был не просто главным виновником, но именно главным организатором Октябрьского переворота. Его внешне безумные действия, приведшие к окончательному крушению государства, безумны только на первый взгляд. Но они гениально разумны, если понять, что он попросту играл иную роль. Роль человека, сознательно передавшего власть тем, ради кого и было спланировано февральское политическое действие – большевикам Троцкого и Ленина. Александр Федорович Керенский был марионеткой в руках тех темных антирусских, антихристианских, по большому счету и антиеврейских, и вообще античеловеческих сил, за мрачной тенью которых вырисовывается недюжинная фигура банкира якобы Генри Шифа. Подлинные сценаристы кровавой спецоперации по разрушению русского государства остались, да и, вероятнее всего, навсегда останутся безымянными. Но вполне можно определенно сказать, что и в революции, и в цареубийстве большевики были не более чем конечными исполнителями. Но у этих преступлений был конкретный заказчик – американский банкир Якоб Генри Шиф. И были вслепую сплясавшие под чужую дудку русские генералы-предатели, без участия которых русская трагедия была немыслима. И был сын гимназического директора и внук священника Александр Керенский, сознательно предавший русского царя из рук пленивших его предателей в руки тех, кто по воле заказчика должен был довершить задуманное злодейство.